В кои веки? Тишина. Тишина. Ну и хорошо. Тишина это хорошо. Так, воды добавить. Все, вода есть. А, первый пошел. Да, первый пришел. Первый пришел. Коля пришла. Ты там поела? Да, ты же мне чуть-чуть насыпал. И мы тоже несемся. Так, главное, чтобы еще корма хватило вам. Кормогрызы. Так, идемте сюда, продвинемся чуть-чуть. Чуть-чуть сюда. Башка. Так, раз. Два. Три. И что? Я для чего? Для кого винней? Для меня. На, добавлю чуть-чуть. Спасибо. Где чубчик? Тут я. На. Спасибо. На здоровье. Ну все. Гвардия. Короче, такие дела. У каждой кошки есть своя зона обитания. Или другая зона. Ареал. Ареал, да, территория. И кто где ходит, это пересекается, чего, что, где же кто живет, это вопрос уже десятый. Появились, пришли, пожрали, слава богу. А кто где, когда и кто-то на работе, кто-то там на вахте, кто-то в плавание ушел. Это же жизнь кошачья. Да, действительно, знаток нафиг. Все, ребята, бай-бай. Не, бай-бай, 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 бай-бай.